Здравствуйте, друзья! Это видео у меня не планировалось, но коль случилось что-то интересное, я решил поделиться этим и с вами. Видео про топор Fiskars X15. Вы спросите, почему же здесь семерка? Ну, это моя семерка, про нее я уже снимал видео, и похожую березку я ей свалил. Вот решил березку свалить X15, взял его у друга, но, к сожалению, вот все, что от него осталось. Топор разлетелся. То есть, вот до сих пор я рубил X15, все вроде шло хорошо, не предвещало ничего. То есть, хорошие такие щепки вырубались отсюда, мощные, но в какой-то момент после удара топор у меня вообще вылетел куда-то, я вот даже найти не могу, там в траве может где-то, честно говоря. И вот все, что осталось, это вот ручка от него. Fiskars. Вот. Такой вот слом. Я, честно говоря, в шоке. В небольшом. Вот. Вот так вот его выломало. В принципе, топор такой тяжелый, увесистый, 1,5 килограмма примерно весит, в отличие вот от этого маленького. Ну и размеры тоже. То есть вот, если вот так сравнивать, в 2 раза топорище длинней. Топором этим до этого хорошо работали, то есть вот это можно видеть по рукоятке, она стерта. Вот, естественно, специально я его не ломал, потому что, ну, это глупо. Тем более в лесу и сломать-то топор такой практически не что. Вот, но в какой-то момент удар, и у меня куда-то вот в ту сторону свистел сам клинок вот этот топора, а топорище осталось у меня. Я даже кусок пластика вот этот не смог найти. Ну, сейчас покажу, там трава такая. Я полазил, но тщетно. Вот. Ну, я так понял, далеко куда-то он улетел. Так что вот такая вот история. Ну, естественно, даже если найти вот эту часть, то топор этот восстановлению не подлежит, поскольку сами понимаете, что пластик есть пластик. Если, опять же, в видео про советский топор я рассказывал, что если там сломалась ручка, в принципе, ничего страшного, выстрогали новую, либо купили, если не можете сами сделать, вставили и расклинили, можно работать дальше. В принципе, в лесу можно все это сделать. Вот. Это, естественно, уже все. То есть топор на выброс, вернее, то, что от него осталось. Это уже не топор, это вот сломанный инструмент. Вот так вот выглядит слом. Там какие-то вот полости. Ну, топору, мягко говоря, не один год. Вот. Использовался по назначению. Здесь вот аббревиатуры все. Финляндия, Fiskars. X15. Так что и Fiskars ломается, даже вот такие вот здоровые топоры. Поэтому я переживаю теперь вот за этот маленький топор, особо им не пользовался, но тем не менее тоже вид у него уже не первой свежести, такой вот он весь, причем это все не стирается. Поэтому кто любит Fiskars за красоту, да, значит, работать им вам не надо, иначе он уже не будет таким красивым. Вот. Ну, я думаю, на этом все. Попробую найти часть, которая отлетела. Но что-то мне подсказывает, что это маловероятно. Тем более в такой густой траве. Вот, ну, о! Fiskars. Вот, все ломается. И Fiskars тоже ломаются.
это вот лишнее тому подтверждение. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи!